там между собой что ли стреляются? Блин, один уже слева обходит. Да господи, боты, что вам надо от меня? Там какой-то дробовик убил, типа, которого я выслеживал, так скажем. Дробовик, я думаю, идет на мусорке сидит, на помойке. Где-то чел спрятался, короче, с дробовиком. Не знаю, где он есть. Где-то он сидит. Одна тысяча до ракеты. Тогда завтра можно, я думаю, ее бахнуть. Сегодня люди много посливали маны. Наверное, не так много ее осталось у чата. Лучше, наверное, до завтра дождаться ее. Понял. Я какие-то кусты сейчас слышал. Я всегда слышал кусты. Сидит опять крыса за мусоркой. Сейчас напугаем. Пойдем в обход. Хоть бы шелохнулся он разочек. Где-то передо мной оружие скинул.
Прямо передо мной в кустах сидит за мусоркой. Все еще в том же самом месте. Чел, как я хочу убить тебя. Тактически, профессионально. Профессионально тебя переиграть. Кто-то еще был, мне показалось. Видели? Сейчас скажите, что вы видели. Ну, вроде все. Патрон ТТВ. Угу. Так, приклад выкинуть твой. Этот мне интересен, молодой человек. 35-й. Помните, на крышу походил по крышам. Все посмотрел, никого нет. И он такой ширк звук издал, короче, что он есть, что он сидит. Ошибку совершил, короче говоря. Всем привет. Слайдух, здорово, добрый вечер. Спасибочки за бешеную птицу. Спасибо. Так, опа, я все-таки кого-то убил. Взорвал гранатой, что ли? Мне кажется, кого-то гранатой взорвал. Да, гранатами. Я же вам говорил, за мусоркой сидел чел с дробовиком. Я туда прокинул сколько? Наверное, гранаты 4. И вот взорвал все-таки я типа. Но когда я там проходил, я его не заметил. Опа, перед нами что-то глушеное стреляет. Калаш, что ли? Да, я тоже глушеный выстрелю разочек. Немножечко нашумели, чат. Надо сменить позицию. Челик вообще без патронов. А это что же юсейки? Ёптать. Тут тоже юсек, да? Ой, тут тоже юсек. Фига. Это получается, этот чел тут убил двоих. Николай, походу, разобрался. Здорово еще раз.
Мужчина, а вы что тут бегаете? Мне кажется, мне на выход уже можно идти. Кстати, он там опять, видите, этот летает беспилотник Буянова. Наблюдает за нами, видите? Чем мы тут занимаемся в Таркове? Кепка! Тихо. Снайпер, блядь, ты серьезно? Вот капец. Хера, он тут всех поубивал? Это ты с чем таким, друг? С МП-9? Охренеть. А что у тебя за патроны такие? АП-шки? Понял тебя. Блин, лежит, кстати. Голубчик. Ёб твою мать! Каска засейвила, блин. Прикинь, чат. Ты что тут за жулик сидел? Ни единого звука нету. ВПОха, блин. Кто-то у этого ЧВКшника оружие угнал. МП-7 у него должна быть. О, вот он у вас МП-7. Во, вот она нашлась. Так, МП-7. Давай сюда. Воду пьем. Этот полутанный. Вот тут на углу я... О, еще один тип. Тут реально вся карта умерла. Прикиньте, чат. Заводские поубивали людей. Понятно. Блин, чат. Сними у него разгрузку, там у него на 10 прочности больше. Замени свои очки, у тебя очки сломанные. Просто. А еще же меня жадным называете, чатик. Сколько? 4 получается убил, да? Да и пойдет. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.